Добрый вечер, дамы и господа, с вами Владимир Добров и Chess.com.ru. Сегодня говорим о втором дне Кубка мира, говорим о событиях и о дальнейших перспективах. Итак, обо всем по порядку, начнем с мужского соревнования, где наше внимание, безусловно, приковано к выступлению одного из самых юных и одного из самых талантливых российских юниоров, выступлению Владара Мурзина. И сегодня Мурзин играл опять-таки с Ярдакеску. Напомню, что накануне они сделали ничью в большой борьбе. И вот сегодня Владар был близок к тому, чтобы выйти во второй круг. Однако, забегая вперед, не забил в мяч, как говорят, в пустые ворота. Вот такая была без особых сумасшедших каких-то вариантов дебютная табия. Каракан был разыгран, где Виарел имел определенные виды на плюсы. Однако черные очень хорошо решили все свои вопросы. Готовы были сделать рокировку, провести Е5. Ну, в общем, так оно и произошло. В итоге началась борьба. Большая борьба. Виарел пошел вперед. Ну, а Мурзин отвечал тем, что он совершенно свободно держит эту позицию. Итак, ну вот возникла сложнейшая позиция, где у черных мощнейшая централизация и перспективы создания мощнейшей проходной пешки D по центру. Ну, так оно и произошло. В итоге, ну, после некоторых телодвижений долго думали оба противника. В итоге пешка D пошла и отъел пешку на B6 и обладал уже, по сути дела, решающим преимуществом Владар. И вот в этой позиции, совершенно безрадостной позиции для белых, обратите внимание, как скованы все практически их фигуры, случилось что-то невероятное. Ну, из-за цейтнота молодой наш парень начал, видимо, нервничать, и вот возникла следующая ситуация. Все правильно он сделал, вытягивает ферзя, вытаскивает его, выталкивает с этого поля и подготавливает где-то вторжение ладьи на Е1. В общем-то, все было хорошо. И вот в этот момент, после шаха на G8, последний, пожалуй, момент для Виарелла. То есть, ну, здесь стоило просто пойти конь D8, и партия наверняка закончилась очень быстро. Последовал невероятный ход король А7, который потерял пешку D2. И после размена выяснилось, что здесь, конечно, уже бороться осталось нечем. Тем не менее, пытались тут как бы и черные, и белые играть свою игру. И вот в этой позиции, пока партия еще продолжается, пока мы с вами смотрим за событиями, ну, здесь уже очевидно, что белые за счет пешки H эту партию проигрывать никак не должны. Следующий же пример удивит вас, безусловно, тем, что сильный гроссмейстер может зевать кандидату в мастера спорта. Мартиросян Аек, который успешно стартовал вчера, сегодня проиграл шахматисту из Замбии. И что же, как это могло произойти? Представьте, то есть разница в классе была небо и земля, то есть у Мартиросяна рейтинг под 650, в то время как у замбийца 2250. Так или иначе, черными играл Мартиросян и имел после дебюта хорошую позицию. Тем не менее, замбиец в какой-то момент пошел куда-то вперед. И в простейшей позиции, сейчас мы увидим этот момент, Мартиросян начал играть слишком рискованно. В итоге, после сложнейших операций, мы видим, что оба короля чувствуют себя не очень хорошо, не очень уютно. Тем не менее, вот замбийский парень, замбийский шахматист, добрался до короля, использовав грубейшую ошибку Мартиросяна. Мартиросян ошибается ходом конь Е4. Естественно, его расчет был в том, что после взятия он даст шах и потом поставит мат слоном. Однако следует хладнокровная ладья Е2. И выясняется, что конь теперь на Е4 просто-напросто теряется. А в случае хода ферзь Е5 следует спокойный тематический ход ферзь D4, который организует двойной удар на коня. И после размена мы видим, что связана фигура. Фигура теряется, но с ней и вся партия. И вот такой вот мини-сенсации, мини-казус, безусловно,
самым, наверное, ярким событием этого тура явился. У девушек крайне интересные события сегодня происходили. Тем не менее, я тоже напомню, что большинство наших девчонок в ожидании своих соперниц уже в 1:32 находится. Тем не менее, и Валентина Гунина, и Лея Гарифуллина, и остальные наши девушки прекрасные сумели сегодня улучшить свое положение и достойно завершить свои матчи, выиграв их и квалифицироваться, соответственно, в следующий этап. Вот Лея Гарифуллина сегодня белыми без особых проблем обыграла Коралес Хименес Зенья. Вчера мы обсуждали первую партию, достаточно веселую. Ну, а вот сегодня провела Лея все ходы, которые были в партии Карлсон-Каруана. И вот после хода ферзь Е7 нанесла такой интересный разящий удар конь Д5. И после разменов возникла такая достаточно занимательная позиция с занимательной структурой. Взятие на Е5, и черные играли ладья H7. После взятий последовал удар, и вот таким вот образом Лея образовала несколько лишних пешек, впоследствии выиграв эту партию. И еще одна важная партия, которую стоит посмотреть и присмотреться к игре Фехерджоновой, это партия против сегодняшней соперницы Каролины Лухан, которая представляла Аргентину. И вот в этой партии мы видим, что Фехерджонова спокойно совершенно пошла вперед, несмотря на то, что первый день она победила, и сыграла достаточно агрессивно и попыталась захватить инициативу черным цветом. Но Лухан играла достаточно интересно, тоже мы видим сильная компенсация у белых в виде таких вот слонов, которые пробивают все фигуры, всю доску. И, соответственно, черные пытались тут тоже отбиваться. Вот такой удивительный по красоте ход слон Е7, двойной удар на коня Д8 и на вилку конь F6 удалось произвести и выиграть важного слона. Вот обратите внимание, как здорово сыграла Лухан. И вот здесь, наверное, ей стоило не придумывать велосипед, съесть на Е6 и съесть на G4. И в этом случае у белых был бы большой перевес. Вместо этого белые сыграли более хитро, сыграли слон B1 и попытались поставить черным мат. Но не тут-то было, смогла Фехерджонова отбиться и как-то наладить координацию фигур. В итоге, в общем-то, даже белым уже пришлось искать пути для уравнения, и вот им это удалось. В итоге такая вот позиция в пользу черных, безусловно, не стала она здесь ничего придумывать и решил повторить ходы. В 1:64 ожидаются очень серьезные противостояния. Безусловно, наших, я напомню, целых 15 человек, которые ждут своей пары. Интересная пара, безусловно, Федосеев против Аксела Бахмана, представляющий Парагвай. Крайне сложно будет Володя. Тем не менее, Владимир является фаворитом в этом противостоянии. Ну, а парагвайский шахматист наделал уже немало шороха и в предыдущих чемпионатах. И, в общем-то, будет, безусловно, бороться с Владимиром, используя все возможности. Безусловно, очень интересно будет противостояние Артемьева, который ожидает победителя пары Мурзин-Ирдакеску. И вот сегодня, если бы Мурзин смог одолеть Ирдакеску, он бы присоединился как раз-таки к этому противнику и сыграли бы они крайне интересный матч. Ну, посмотрим, как говорится, завтра еще тайбрейки. В случае ничьей сегодня, я напомню, счет становится 1-1 в матче Мурзин-Ирдакеску. И тогда они уже разберутся, кто же будет достойным противником для Влада Артемьева. Далее крайне интересное противостояние Корякина Сергея, нашего знаменитого гроссмейстера, против Вахидова Шамсидина, представляющий Узбекистан, молодой гроссмейстер, очень интересный, и, безусловно, эта пара тоже будет крайне крепкой. К предке же, к Александру предке, присоединился Дурарбайли Васив, представляющий Азербайджан. На Александру Горячкину выходит Фехерджонова, очень известная шахматистка, которая представляла буквально недавно Узбекистан, и сейчас она уже представитель Соединенных Штатов Америки.
И эта пара будет крайне интригующая. Далее самый, наверное, интригующий и российское дерби, можно сказать, состоится. Это Ольга Гиря будет играть против Лии Гарифуллиной. Ну, а Александр Костенюк, что и читалось, будет играть уже со своей знакомой противницей, представляющей Перу, Дейзи Кори. Шахматистка достаточно известная, но Александр является безусловным фаворитом в этом противостоянии. Катерина Лагно будет играть с очень опасной сербской молодой шахматисткой, которая хорошо выступила в 1-64. Это Инжич Теодора. И в этом противостоянии будет крайне интересно, как подготовились наши девушки, насколько хорошо они психологически подошли к этому турниру, но и будем желать им, безусловно, успеха. Смотрите Chess.com.ru, смотрите за Кубком мира, болейте за наш. Всем пока!